Привет, друзья! Вы на канале у Ирины Дрим. И простите меня, пожалуйста, что это видео выходит так поздно. У меня была сессия, и только с сегодняшнего дня наступили долгожданные каникулы, и я могу снять для вас это видео, которое называется «Что мне подарили на Новый год?». Как раз сейчас я снимаю свои подарки для вас при свете уже. И пока я это делаю, давайте посмотрим с вами, как прошла моя новогодняя ночь и новогодний день. Доброе утро, друзья! И сегодня, как вы уже поняли, Новый год, и мы будем праздновать его сегодня с вами вместе. Пошить, убираться, и потом, самое главное, упаковывать подарки, потому что я до сих пор это не сделала. Решить все нести под елку. Вот так и все готово. Когда все готово к Новому году. Да, вот так вот мы готовимся к Новому году всегда. И, ребят, вот эти или эти. И вот и все готово. Правда, я в 10 часов все еще такая же и еще не готова. Я уже ужасно устала. Но на самом деле все только начинается. И я сейчас иду одеваться. И, наверное, мы поедем на площадь. Все, выходим. И самолеты всем 2017 годом. Доедайте. Маску. Кошечки типа. Я и так уши тут. А тут еще и маска кошечки. Так, все, тихо всем. Это кружка. Спасибо. Смотрите, какая красивая. Вот такая кружечка. Кружка. Это подарок от моей подруги. Это такие... Значки, класс, я очень давно хотела себе вот эти патчи. Кайф, какой даже, спасибо. Да.
DM. Спасибо. Friday coming. Сначала я открою вот это сюда. О, татарки. Томпики. Смотрите, какие новогодние. Классные. Вообще, теперь буду сверкать. Класс. И еще подарок. О, как эти богаты. Я давно хотела, на самом деле, ее, ребят, реально. О, это очень мило, на самом деле. Правда, не знаю, можно ли в ней в универ ходить? Или не конфеты? Че, серьезно? Это не конфеты? А что там? Айфон. Серьезно? Офигеть, зачем? Серьезно, спасибо. Это мне заочно, походу, и на день рождения, на 8 марта, и на все следующие праздники, да? Ага, спасибо. А через несколько дней мне пришел еще один мой подарок с H&M Online. Ребята, самый классный подарок, который я считаю, что мне подарили. Конечно, не считая телефона, но, господи, я так хотела эту кенгуру. Просто обожаю, обожаю, любовь. Кстати, сейчас на сайте там распродажи, поэтому у вас есть возможность купить эти вещи с большой скидкой. Если тебе понравилось это видео, то не забудь поставить мне палец вверх, а также не забывай подписываться на мой канал. И если тебе хочется смотреть мои видео одним из первых, то не забудь нажать на колокольчик. Кстати, друзья, с этого года я решила завести группу ВКонтакте, там я буду выкладывать свои фотографии, какие-то файлы для DIY, а также буду вас оповещать о новых видео. И если кто-то хочет мне помогать, то вы можете написать мне в личку ВКонтакте, она у меня открыта, и мы с вами поговорим об этом. И, в принципе, на этом все, друзья. Добавляйтесь в группу ВКонтакте и пока-пока. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что смотрели мои видео и смотрите.